Александр, во-первых, поздравляем с победой. Вот, расскажите, как прошел полуфинальный матч для команды? Матч прошел достаточно уверенно. Мы планировали с таким счетом, в принципе, обыграть французов. У нас уже есть опыт встречи с ним. В прошлом году в финале встречались именно с этой командой. Ну и все, в принципе, чувствовали себя достаточно уверенно. И только единственное, маленечко в одиночке в женском у нас была загвоздка. А так, достаточно легко победили 4-0. Как себя чувствует завтра финал? И как себя чувствует команда после завершения полуфиналов? Нет ли травм? Ну, единственное, у нас немножечко хворает, так скажем, нельзя это назвать травмой, хворает Пшемок, что-то у него тянет мышца на ноге, видимо, где-то защемило. Ну, сейчас он к терапевту сходит, я думаю, его там посмотрят, маленечко помнут, и все будет нормально. А в остальном все здоровы, в порядке, набираем форму. Все, желаем успеха. Спасибо. Всего доброго.